Большой город – это удивительное место, где за каждым поворотом тебя ждет успех и удача. Главное только поверить в это. А еще здесь совершенно случайно можно встретить того, кого ты видела в самых сокровенных снах. Нет, конечно, есть опасность повернуть не туда и упустить свою судьбу, но у меня все получится. Я точно стану знаменитой и встречу свою любовь. Вот когда встанешь, встретишь, тогда звони. Будет квартира свободна. Сдам. А пока выметайся. И так 2 недели бесплатно тут просидела. Давай. Едешь? Куда? Вниз. Нет, я приехала в этот город, чтобы подниматься только вверх. Спасибо. Пожалуйста. Только я себе уже новую купил. А зачем? Посмотри, какая у нее крутая рукоятка. Мне тоже очень нравилось, но оказалось, что я 2 недели без нее не могу прожить. Прости, у меня были неприятности на работе, и Васильевич выставил из квартиры. А у тебя, кстати, как с ним? Нормально все. Нормально, да? Да. Подержи, пожалуйста. Мне реально буквально на пару часов вещи оставить, ладно? Слушай, а ты не могла бы в другом месте каком-нибудь оставить? Вообще у меня никаких вариантов нет. А на лестничной клетке я оставить не могу, потому что Васильевич может забрать за долги. О! Ну или вором стащит. Слушай, как тебя... Катя! Миша! Приятно очень познакомиться, Мишель. Вот понимаешь, ну... Слушай, я клянусь, реально, пару часов я быстро найду себе работу, жилье и вечером у тебя все заберу, ладно? Давай. Ну что, Светка, можешь меня поздравить? Я бездомная и на новую квартиру денег пока нет. Но это пока. Да ты не волнуйся, я вещи у соседа оставила, сейчас все остальное разрулю. Ты вообще себе не представляешь, сколько здесь работы. И одна из них точно моя. Да я тебе говорю, они сидят и ждут, когда же придет распрекрасная Катя. А я вот она я! Вообще-то я профессиональный художник по гриму. Ага, по гриму. Но мы не кино снимаем. Да, я знаю. Только я прекрасно стригу, крашу, тонирую, милирую, все что угодно. Поздравляю. Спасибо. А еще, вы знаете, я специализируюсь на всяких праздничных образах. На любой вкус. Праздник – это хорошо. Знаете что? Я вам дам нашего бухгалтера. В каком смысле? Ну, наш бухгалтер... Наталья Сергеевна, у нее это, у ее мужа юбилей. Да вы что? И она идет в ресторан. Вот вы ей сделаете праздник, хорошо? Без проблем. Мариночка, позови. Наталья Сергеевна! Чего же вы кричите-то? Рисковый нас директор. Да ладно. Хуже не будет. А хуже уже не может быть. Я вас слушаю. Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Здравствуйте. Меня Катя зовут. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Зачем? У вашего мужа юбилей? Да, спасибо. Красно. Мы сейчас вас такую сделаем. Такую шикарную. Какую? Такую красоту. Ага. Так. Вы просто себя не узнаете. А кто это? Живика. Губками? Ага. Что? Принимайте работу. Опа. Ой.
Ну, красотка же. Как-то непривычно. Я сама на себя совсем не похожа. Что скажет Вася? Да, Наталья Сергеевна, теперь вас со Степановича точно уведут. Это кто тут? Кого у меня уведет? Это что? Это кто? Это что за ужас? Вась, ты только не нервничай. Это эксперимент, да? Да. Да что тут у вас за эксперименты над живыми людьми, а? Вася, я пыталась сопротивляться, но вот девушка. Она сказала, что она лучше знает. Угу. Что я буду как новая. Да мне не нужна новая. Мне нужна моя старая жена. Подождите, ну зачем вам старая жена? Посмотрите на эту. Да мне не нужна эта. Вася, что ты такое говоришь? Я не хотела, Вася, это вот она настояла. Вы настаивали? Да, я настаивала. У меня есть и вкус, и образование. И вообще, вы когда-нибудь представляли, что увидите такую супругу? Спасибо вам. Вы мне день рождения испортили. Вась. Ну, а с тобой я разведусь. Что? Вася! Василий! Что ты такое говоришь? Наталья, что? Ну, спасибо. Я искал парикмахера, а теперь мне надо искать еще и нового бухгалтера. Спасибо вам. Спасибо. Следующий, да? Подождите, я вас позову. Хорошо. Забавно. Что? Да, продюсер программы «Утро доброе» по фамилии Баюшкин. Ага, да, смешно. Да. А это у вас портфолио? Да. Ой, а можно посмотреть? Да, конечно. Конечно. Просто интересно. Спасибо. Фух, хорошие у вас работы. Спасибо, старалась. Ну да. Мне показать-то нечего. А чего так? Да. Чемодан украли на вокзале, представляете? А там все было, там портфолио, вещи, деньги даже украли. Я вот за последние копейки ехала сюда, на метро. Слушай, у самой денег немного, но могу поделиться. Да нет, что ты, я не к тому. Просто мне работа нужна. Понимаю. Работа сейчас всем нужна. Ну да. Точно. Ну, кому-то из нас сегодня повезет. Ну, я имею в виду, с работой. Да, почему так решила? Ну, видишь, никто не подошел, а в утро доброе срочно нужен гример. Так что мы-то тут с тобой вдвоем остались. Или тебе повезет, или мне. Нет, ну, конечно, тебе, у тебя портфолио. Ну, это еще неизвестно, кого выберут. Ну, у меня отец инвалид. Срочно нужен протез. А у матери прогрессирующая слепота. Представляешь, операция нужна, а работы нет. Живу в бельдяшках. Так, что? Слушай, знаешь, работа твоя. Ты серьезно, да? Знаешь, вот я считаю, что судьба всегда дает шанс. Раз. Этот шанс твой, а у меня еще масса вариантов. Так что удачи, не пуха. Давай. Спасибо большое. Пока. Боже мой, какая хорошая девушка. А я вот одна осталась. Здесь я была, здесь сказали подождать, ну, а здесь просили выразить жизненную позицию. Не, ну а что, чем больше я прошла, тем ближе я к успеху. О, привет! Что, утащить хочешь? Ну уж нет. Это моя маленькая дверь, большие возможности. И я обязательно ее открою, понятно? И не каркай. Привет. О, ты как раз вовремя, потому что мне вот сейчас надо уже выходить. О, а ты все мои вещи, да, принес? Да. А почему сумка в тазу? Там ежевика пролилась. Ты что, банку разбил? Да. Да подожди, у меня там такие вещи, у меня же документы там. Ах,
Я пол помыл. Сейчас. Так, так. Ладно, я вроде бы все, пойдем. Только не моей чашкой. О, взяла первым попавшийся. Ну, извини. Кстати, банку разбил не я. Да. Опаздываешь? Угу. О, а давай так. Ты идешь на свою встречу, а я здесь убираюсь сама. Ты не волнуйся, в моих руках квартира в целости и сохранности. И, кстати, ночевать мне сегодня негде, так что я у тебя на диванчике прилягу, ладно? Все, оставайся. Да? Да. Отлично. Не волнуйся, все будет блестеть. Мне фильм понравился. А ты почему такой мрачный сидел? Да, на работе проблема. Проблема? В вашем отделе? Я ничего не слышала. Ну, не то чтобы проблема. Просто дел много. Как говорит моя мама, работу нужно оставлять на работе. Завтра к 12. Поэтому можем поехать к тебе. Нет. Я просто на дом много работы взял, придется до утра просидеть. Жаль. Доброе утро. Доброго полдня. Полдня? Да. Слушай, а чего ты тогда меня разбудил? У меня встреча только в 3, а ты сам сказал, что... Я говорил, чтобы ты не трогала мою чашку, а ты ее разбила специально. Ты что? Нет, я просто помыла тебе посуду. Ты, кстати, обратил внимание, как у тебя все блестит теперь? Кофе можно и из другой чашки. Я не хочу пить из другой чашки. Я хочу пить из своей, синей. И куда ты пересыпала мой кофе? Пересыпала? Да. Не пересыпала, я его выкинула. Зачем? Ну, потому что жутко пахло. Я думала, что ты отравишься. Жутко пахло, да? Это стоит, между прочим, 2000 рублей за 100 грамм. Это уникальный сорт кофе. Копи Лювак называется. Слышала? Да. Это тот кофе, которым белочки какают? Какие белочки? Куницы с острова Суматра. Ну, не расстраивайся ты так. К тому же, у меня есть альтернатива. Прекрасный кофе с ароматом черной смородины и никаких тебе куниц. Я хочу пить свой сорт кофе из своей чашки. И я хочу, чтобы моя зубная щетка стояла на моем месте, там, где я ее оставил. Одна. Я тебя поняла. Вечером меня здесь уже не будет. Да. Красиво тут у вас. Ух ты.
Спасибо, я подумаю. Вы что здесь делаете? Ты кого привел? Что здесь происходит? Кто это? А вы попробуйте, какой матрас. Хороший, да? Да. Мужчина! Кого ты привел? Да, Райан, так это... Какой комнаты? Мы бабушкам сдаем комнату, они молодым и красивым, так с каждым будешь спать. Сколько? Ну, померяй ты его. Ну, тебе этот цвет очень идет. Так, никаких примерок. Я в режиме жесткой экономии. И пока не найду работу... Ни-ни. И где ты уже была? Я была в 15 салонах, в 4 центрах красоты и в 2 телекомпаниях. Вот это не поруха. Да вообще не поруха. С этим надо как-то бороться. И что ты собираешься делать? Так. Я должна себе внушить, что в ближайшие дни я обязательно найду работу. И поэтому я могу купить себе это платье. Вот это по-нашему. Мишель! Кружка синяя. А, кофе из куницы будет, когда новую работу найду. Все так плохо. Угу. Ну ладно. Оставайся. Холодная, нет? Не то слово! А давай я приготовлю. Я лаваш купила. Так, что есть? О, творог. Соленые огурцы, прекрасный зелень. Держи. О, чеснок. Чеснок? Чеснок, какой-то нелепый набор получается. Это невероятное сочетание. Ты что, я сейчас тебе такие холодные завитушки приготовлю. Ты пальцы свои съешь. Тут главное немного вкуса, фантазии и чувства меры. Вот чувство меры, это как раз про тебя. Слушай, надо вообще от жизни получать удовольствие. Кстати, ты не сказал, как тебе мое новое платье? У тебя платье новое? Да. У тебя нет ни работы, ни жилья, ты платье покупаешь. Ну, я его купила именно для того, чтобы найти это жилье и работу. И вообще, знаешь, судьба, она все решает. Вот она увидит, как я в нее верю. И быстренько мне все организует. И вообще, девушка в таком платье, это значит, девушка удачливая. Судьба, значит, организует, да? Угу. Нет, ну хотя бы на секундочку же можно представить. Какой-нибудь знаменитый дизайнер увидит меня в этом платье и скажет: Катерина, такую топ-модель, как вы, я искал всю жизнь, давайте работать. Предел мечтаний. Что опять не так? Эти сережки тебе не идут. Почему? Они делают тебя вульгарной. Вот эти, да, они сочетаются. Но эти мне не нравятся. Вы куда идете с Михаилом? Не знаю. Я к нему зайду. Странно. Может, странного в том, что я иду домой к парню, с которым встречаюсь уже полгода. Ничего. Просто я хочу уберечь тебя от роковой ошибки. Какой ошибки? Я уверена, что Миша вот-вот сделает мне предложение. Ну вот когда сделает предложение, тогда не будем говорить об ошибках. Мама! Многие люди живут в гражданском браке и счастливы. Не факт. Не факт. Тебе мало моего примера. Если бы я не была бы такой дурочкой, то я бы сначала пошла бы в ЗАГС. И моя бы жизнь сложилась бы совсем по-другому. Не волнуйся. Я помню все твои наставления. Те сережечки тебе тоже очень шли.
Здравствуйте. Здрасте. А ты это? Кто? А ты кто? Это мои тапки. А, очень удобные. Привет, девочки. Катя, она моя бывшая соседка. Это Оля, моя... Девушка? Да. А, хотела сделать сюрприз. А, так у меня встреча. Я пошла. Буду поздно. Попробуйте, пожалуйста, завитушки. Они реально отменные. Все, меня уже нет. Нету. Кажется, сюрприз удался. Алло, Светка, я к тебе еду. А он взбалмошный, неорганизованный, а легкомыслие называет беспечностью. Как ты это терпишь? На улицу же его гонять. Она к тебе на сколько попросилась? На один день. А живет уже сколько? Пора объявить ей дедлайн. Ты права. У нас же что, соус был? У нас? Да. У нас, значит. Какая гадость! Как вообще это можно смешивать? Творог и соленые огурцы. Вот такая она несистемная девушка. Ты должна сделать так, чтобы Олег просто обалдел от моего нового образа. Так, слушай, если ты не перестанешь крутиться, то он точно обалдеет, и ты вместе с ним. Может быть, это именно тот мужчина, которого я ждала всю свою жизнь. Ну, ты же дождалась. Вот и радуйся, и сиди тихо. Нет, ты не понимаешь, он такой добрый, нежный, вежливый, такой ласковый. Я тебе завидую, потому что все мое общение с мужчинами сводится только к одному зануде. Ладно, не пора, меня мама ждет. Пообещай мне. Хорошо, что именно? Пообещай, что она съедет от тебя уже сегодня. Не получится. Это почему? Ну, потому что пока я доеду домой, будет уже завтра. Значит, ты хочешь, чтобы она и дальше у тебя жила? Да нет, конечно, Оля, ну, правда, ни в коем случае. Да поговори с ней, слышишь? Или я тебя не поцелую? Хорошо, я поговорю честное слово. Пока. Такое? Будильник? Это мой будильник. Что он здесь делает? Стоит. Стоит. Ну, рано вставать завтра. Я взяла его и позавела. Когда же ты уже исчезнешь из моей квартиры? Будильник, пожалуйста, покажи мне этот счастливый час. Расслабься, Мишель. Будильник такую ерунду не показывает. Я договорилась с мамой. О чем? Миша, я тебя поцеловала? Угу. Ты об этом договорилась с мамой? Миша, отвлекись от компьютера, я обижусь. Слушай, а можешь мне еще раз поцеловать? А то я ничего не понял. Дудки, моя мама ждет тебя сегодня к ужину. Ты понял? Я понял. Твоя мама ждет меня к ужину. Да при чем здесь ужин, Миша? Она смирилась с твоим существованием. Смирилась? Или почти смирилась. В общем, ты должен пройти проверку. Во-первых, принеси ей цветы.
Роза не любит. Угу. Хризантемы считают кладбищенскими. Гвоздики слишком официально. Извините, что помешал. Как там дела с нашей программой по оптимизации контроля? Ну, почти готово. Я послезавтра буду готов уже отправить это заказчику. Отлично. Да, Миша, тебе завтра придется съездить в командировку. Хорошо. Так. Про ужин сказала? Про цветы сказала? Да. Оденься прилично. Ну, слушай, ну, в смысле прилично? Костюм с галстуком, что ли, одень? Зачем костюм? Надень свитер с медведем, который я тебе на день рождения подарила. Его мама помогала выбирать. И брюки коричневые с начесом. Ну, стильно будет. Очень стильно. Брюки с начесом. Ну, скажи, я бы тебе понравился в этом костюме? Ну, брюки, свитер. Ты не мне, ты маме моей должен понравиться. И тогда ты сделаешь мне предложение, и мы с тобой поженимся. Колечки у вас есть? Пройдите. Вот, вот это можно посмотреть? Пожалуйста. Мишель? Я дома. Смешно тебе? Ты испортила мои вещи. Подожди, подожди, только не нервничай так, ладно? Ты что натворила? А что я натворила? Я решила устроить постирушки, и туда случайно попали твои вещи. Я же не специально, я же не думала, что... Вот! Ты никогда не думаешь. Подожди, а в чем проблема? Ну, ты же можешь одеть что-то другое. Ты ничего не понимаешь, ты мне всю жизнь испортила. Да, Мишель. Никогда не называй меня этим дурацким именем. Прости. Пожалуйста. Прости меня. Слушай, ну полоса у меня была такая, ну с кем не бывает. Ну что не сделаю, все не так. Ни квартиры, ни работы, ни денег, и уж тем более никакой личной жизни. Тебе нужна перезагрузка. Да. Я тебе как специалист говорю. Да не поможет специалист. Поможет? Вот если железо полетело, то не поможет. А у тебя вон с железом все в порядке. В смысле, перезагрузка, и начинаешь программу заново. Ну, уточни, а это как бы... Платная консультация? Это тебе звонят. Алло. Миша, ты где, в метро, что ли? Слушай, я даже не выехал еще.
Как не выехал? Ты понимаешь, что у мамы сейчас мигрень начнется? Уже началась. Но вот кому это все? Кому? Что-то случилось? С Олей поссорились? Что, ну поссорились, помиритесь первый раз, что ли? Первый раз. Подождите, а сколько вы встречаетесь? 6 месяцев и 17 дней. Да ты что? И ни разу не ссорились? А из-за чего мне с ней ссориться? Но будильник мой не трогает, чашки не бьет. Вещи мои не стирает. Идеальная женщина. Да. Наверное. Слушай, ну ты не кисни. Сейчас мы быстренько придумаем с тобой легенду. Значит так. Ты, как всегда, вышел заранее. За 2 часа. С половиной. Старушки из твоего подъезда сбежала кошка. Не-не-не, подожди. Кошка сбежала, спасаясь от собаки. Она забралась на дерево, а спуститься не смогла. Ну, ты же хороший сосед. Решил помочь старушке. Пока лез на дерево, ты порвал и свитер, и брюки. Главное, что кошка была спасена, а хозяйка счастлива. Но тебе пришлось вернуться домой и переодеться. Все. И ты веришь в этот бред, что от того, что сели брюки, нельзя прийти вовремя, ты нашла себе кавалера, у которого только один свитер и тот, подаренный мной. Кстати, ты не подумала, почему эта сомнительная девица стирает его вещи? Подумай. Оля. Оленька. Ну, прости меня, дурака. Ну, просто я добрый дурак. Я не могу выгнать человека, если ему некуда идти. В общем... Добрый муж, он ведь он лучше злого, правда? Прости, что так не торжественно. Мишка. Какой же ты дурак! Я согласна выйти за тебя замуж. Разве кто-нибудь что-нибудь предлагал? На работе девочка ушла в декрет и освободилась место визажиста. У меня есть работа! А ты не верил в мое новое платье? Ты трогала мой компьютер? Трогал. Ну, я включала, чтобы найти квартиру в интернете, а что? Ты уничтожила всю программу оптимизации данных. А ты на жестком диске смотрел? Ты меня еще давай учить будешь, не трогай ничего. Так, заново все перепросчитывать придется. Сдача проекта задержится минимум на 2 суток. А, так ну... Ну, потерпят 2 суток. Давай праздник. Я завтра обещал сдать. Просто никогда раньше не подводил руководство. Значит так. Я сейчас еду в командировку на день. Когда я вернусь, я очень надеюсь, что тебя здесь не будет. Хорошо?
может, все-таки... Ну, прости. Тем более, что я женюсь. Котенок, ну я тебя умоляю, пожалуйста, давай соберемся у тебя. Где я еще могу провести эту вечеринку? Дома? В компании родителей, бабушки и двух младших братьев? Глаза закрой. Я не могу закрыть на это глаза. Отношения должны развиваться. А где? Ну где мне их развивать? Так, подожди, подожди, не дергайся. Что значит не дергайся? Я уже как минимум пообещала. Ты в конце концов, кто тут бегал за тебя, просил, на работу, кто тебя устроил? Спасибо, подруга. Светка, я тебе правда очень благодарна, но ничего не получится, потому что завтра я тут съезжаю. Вот, гульнем на прощание. Нет. Олег очень доволен. Пожалуйста. А кто все эти люди, почему так громко? Я не знаю. Это друзья Олега. Я их первый раз вижу. А, класс. Кать, там кто-то в двери ломит. А, ой. Простите, простите, простите. Добрый вечер. Чем могу быть полезна? Что это такое? Что вы имеете в виду? Вот эту какофонию. А, вы про музыку? Это музыка? Моя Клотильдочка весь вечер дрожит от этого страха. Может, она просто танцевать хочет? Мы требуем немедленно прекратить этот грохот! Так, друзья, теперь учимся развлекаться потише. Ну что ты паришься? Мы же только разогрелись. Да ладно. Давай медленный танец. Хозяйка, а для усталых влюбленных кофейку не найдется? Найдется, только с ароматом черной смородины. О, класс, черная смородина. Как там полицейские пришли? Здрасте. Здрасте. Кто здесь Горбушкин КВ, хозяин квартиры? Да мы все здесь гости, а хозяйка вот она. Значит, все быстро разошлись, а мы с вами побеседуем. Домой, быстро! Спасибо большое, это нас даже сблизило. Угу. Документики предъявляем. Документики, сейчас, секунду. Я хозяин, я. А что случилось? Документы. Вот, пожалуйста. Если вы хозяин. Да. Она тогда кто? Здрасте. А ты как здесь оказалась? Она... Самозванка. Разберемся. Никакой катастрофы-то нет. Через пару часов у меня дома на компьютере закончится просчет. И уже после обеда мы отправим готовую программу заказчику. Не за что. Привет. Привет. Я. Ага. Помочь? Ну да. Там еще много. Спасибо. Стоп, так это же мой чемодан. Ну да, там твои вещи. Зачем ты забрала мои вещи? Не забрала, а собрала. Вообще мог спасибо сказать. Спасибо за что? Ну, Горбушкин КВ выселил нас с тобой в срочном порядке. Я паковалась всю ночь. Так, что значит нас? Я к тебе никакого отношения не имею. Я пыталась ему это объяснить, но он меня не понял. Я даже думать не хочу, чем ты на этот раз отличилась. Где мой компьютер? Ой, все в порядке, он остался в квартире. А Горбушкин уехал за город до выходных. Так что, когда будешь забирать, ты ему позвони, потому что он закрыл дверь на третий замок, ключа у нас нет.
Ладно. Не расстраивайся ты так, слушай. Ну это же новая страница в твоей жизни, в конце концов. Новый дом, новый вид из окна, новые соседи. Ну что еще человеку надо? Катя, вот ты не человек, ты катастрофа. Ты куда? Слушай, я пока не решил. Ну, а так может вместе в метро? Нет. Мне точно в противоположную сторону. Ну. Готово? Спасибо. Есть. Вот так? Свет. А у тебя такие объемы работы. Разогнуться не могу. Да нет, только раз в квартал, когда подготовка этого спецвыпуска «Мода и погода». Ну вот, опять же, «Мода и погода». Кто у вас такой гениальный креативщик? Более идиотского названия нельзя было придумать. Ну почему же? Зато в рифму. Ну, знаете, в рифму это еще не означает здравый смысл. Да. А вы, по всей видимости, наш новый гример. Я художник по гриму, а вы? А я тот гениальный креативщик, о котором вы только что говорили. И по совместительству владелец всего этого модного хозяйства. Катя. Витя. Так что, рыбонька, вам не нравится название моего журнала? Нет, 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 что вы, нет. Просто можно было бы придумать что-то более яркое, более креативное, знаете. И вы можете предложить что-то такое яркое и креативное? Да, но для этого понадобится немного времени. Ну что ж, считайте, это время у вас есть. До сегодняшнего вечера. Что здесь происходит? Мода и погода. Так, девочки, всем творческого вдохновения. Яшенька, от вас я жду beautiful picture. Как всегда. Все, работаем, работаем. Не вздумай. На Лену? Привет. Привет. С новосельем. Я на минутку купила тебе и себе тапки. Та-дам! Держи. Ты не заболел? Нет. А с чего ты взяла? Ты 3 дня переехала, и у тебя в квартире такой хаос. С твоей патологической любовью к чистоте? Слушай, спасибо. Работы много было. У меня хорошая новость. Моя мама тебя почти простила. Я побежала, встречаемся в нашем кафе в 7. Не провожай. Вот, Катюшка, проходите, это вот наш столик, присаживайтесь. Конька, ну что, можете заказывать все, что хотите, не ограничивайте себя ни в чем. Прошу. Мне, пожалуйста, только чай зеленый травяной, все. Вот все? Ну, а для начала принесите бутылочку красного вина. Хорошо. Вот. Конька, что я хотел сказать, а может, правду? Давайте с вами выпьем, поужинаем, поговорим опять же, Катюш? Я бы начала сразу с 3-го пункта. Ну, вы же хотели обсудить ваше нелепое название журнала, я правильно понимаю? Правильно, правильно. Ну что ж, ну давайте начнем тогда с 3-го пункта. Привет. Привет. Я шла к тебе и вспоминала, как мы с тобой познакомились. А, я помню. На работе. Кто-то из моих айтишников нас представил. Эх ты! Мы в этом кафе проводили корпоратив. Боялся ко мне подойти, тогда я сама подошла к тебе. Ты в том углу сидел, помнишь? Под лампой. Да, конечно. У нас есть повод выпить шампанского. Девушка, можно шампанского? Да, конечно. Катенька, ведь вас ждут огромнейшие перспективы в моем холдинге, Катя. А красивых и умных девушек я оцениваю по достоинству. Можно мне выйти? Катенька. На минуту. Катенька, ну так я ведь... Катюш!
вас выход только там? Да, только там. Нет, вот он мой выход. Привет! Опять ты? Слушайте, извините, что я вас отвлекаю, но мне очень нужна твоя помощь. Скажи, пожалуйста, почему тебе всегда нужна помощь именно от него? Ну, потому что так получается, что он все время оказывается в нужное время и в нужном месте. Нужным для кого? Да для меня. Короче, мне нужно избавиться от назойливого ухажера, так, чтобы он ничего не понял, иначе катастрофа. Я здесь при чем? Да при том, у него на меня грандиозные планы. О, спасибо, девушка. А мне нравится эта работа, и мне нужны деньги. Короче, так. Мы подойдем к его столику. Я представлю тебя как своего жениха, прости. Вот. Типа случайно встретились. Ты прикинешься ревнивым, а я буду оправдываться тем, что у меня деловая встреча. Как ты объяснишь, что твой жених сидит в кафе с другой девушкой? А ты вообще не девушка. Ты двоюродная сестра из бельдяжек. Оля. Я, значит, сестра? Да еще из бельдяжек? Пойдем, пойдем. Ну, это всего на пару минут, клянусь. Пошли быстрее. Пошли, пошли. Куртку одень. Зачем? Надень и все. Виктор Леонидович. Катюша. Знакомьтесь, это мой жених. Миша. Такая у нас с ним случайная встреча. Он пришел поужинать со своей сестрой двоюродной. Дело в том, что он немножко у меня ревнивый и не верит, что вы мой босс, и у нас с вами деловая встреча. Теперь убедился, милый? Да. Ты уже слишком. Оля! Вы знаете, мне очень надо бежать. Спасибо вам огромное за ужин. Оля! Ну ты чего? Ты же помнишь, какая она безалаберная, она брюки через голову надевает. Ты же это о ней знаешь? Говорила мне мама. Подожди, ну правда, я ни в чем не виноват. Ну, честное слово, ты самая лучшая. Ты единственная. Иначе стал бы я столько ждать, что у твоей мамы голова болит. Почему я должна тебе верить? Потому что я предсказуемый. Я логичный. Я честный, в конце концов. Что, я должна тебя простить? О, Мишель! Слушай, все прошло просто отлично. Мне кажется, он поверил. Да? Да? Я свободен? Да, спасибо. Хорошего вам вечера. Пока. Мишель! Мишель, простите, я буквально на одну секунду, правда, на одну секунду. Подойди на секунду. Слушай, у тебя случайно нет дома зубной щетки? Ты уверена, что сейчас тот момент, когда нужно об этом говорить? Я понимаю, как это глупо звучит. Просто это бабушкин подарок, и для меня это важно. У меня твоя зубная щетка. Отлично, хорошо, я, по крайней мере, успокоилась. Звони, хватит Саша. Морочить мне голову. Теперь я поняла, зачем нужен был весь этот спектакль. Чтобы я с тобой поссорилась, и ты мог с чистой совестью жениться на ней. Блин, ну, ты все не так поняла. Да он вообще не собирался жениться. Или ты это с ней обсуждал? Видеть тебя больше не могу. Оля. Слушай, все наладится. Вы помиритесь, я тебе обещаю, это точно. Хватит вносить в мою жизнь хаос. Я всегда говорила, что служебные романы до добра не доводят. И хватит лить воду. Мам, он же такой хороший. Я же собиралась за него замуж. Собиралась. Да любая дурочка собирается замуж. Ты попробуй мужика собрать. Нет, ну какая пигалица это оказалась, а? Раз-раз и окрутила. Дай-ка мне выпить. Мам! И что мне теперь делать? Не плачь, доченька, не плачь. В принципе, он парень неплохой. Воспитанный, хорошо зарабатывает. Значит так. Завтра извинишься, говоришь, что была неправа, а потом предложишь отметить помолвку у него дома. Ты о чем? Ты что, правда не понимаешь? Ты же все время твердила. Только после свадьбы, только после свадьбы! И правильно твердила. Но в данной ситуации все вышло из-под контроля. Доченька, выпей. Выпей. А я тебе говорила, что это плохая идея. У Виктора постель места отдела кадров. Если Аглая об этом узнает, то она, я не знаю, она выцарапает тебе глаза. Слушай, с какой стати? Между прочим, у нас был деловой ужин, и вообще мы обсуждали название журнала. Как тебе это удалось?
Ну, скажу тебе честно, с трудом. Слава богу, Мишель ужинал в том же ресторане и сыграл роль моего ревнивого жениха. Мишель, роль ревнивого жениха, я тебя умоляю, такая размазня. Знаешь что, смейся сколько угодно. Между прочим, он себя повел как рыцарь. И вот что я скажу. Вчерашний инцидент и то, что Мишель оказался рядом, лишь доказывает мою теорию о том, что вселенная тебя любит, угу, карма существует, угу, а судьба заботится. Правильно. Спасибо. Привет. Здравствуй. Я тебя искала. А я заказ отвозил. Я вчера была не права. Прости меня, пожалуйста. Забудь. Серьезно? Ты на меня не злишься? Хорошо. Значит, мы наконец-то сможем отпраздновать нашу помолвку. И я наконец-то останусь у тебя на ночь. Оль, прости, но не получится. Что не получится? Ничего. Спасибо, обращайтесь. Ты меня не любишь? Какая же была дура. Мама была права. Значит, брюки через голову надевает, да? Безалаберная, говоришь? Зубную щетку оставила, да? Оля, ну, люди смотрят. Да, уволился. Ну, обстоятельства. А что? Я всегда готов. И резюме есть. Все прекрасно. О, спасибо. О, привет. А это ты, что ли, мне помогаешь? Я тебе в следующий раз что-нибудь поесть принесу. Здравствуйте. А кабинет айтишников какой? Да, налево, пожалуйста. Спасибо. Понял. Спасибо. Сейчас придет. Опять какой-нибудь старый зануда начнет отмечать, когда ушли, когда пришли. Здрасте. 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 Я ваше новое начальство. Михаил. Роман. Игорь. Окей. Ну, как тут вообще работается? Ну, есть своя специфика. Много барышень. И потом, понимаете? Ой, давайте сразу, в смысле, давай сразу на «ты». Игорь. Миша. Рома. Миша. Понимаешь, старик, это же журналы. Да. Ведь, когда в типографию отдавать, так сразу все на ушах стоят. У них все пропадает, исчезает. Ну, истерика на истерике. Да. Ничего-ничего, с несистемностью мы справимся. Вот с женским персоналом труднее. Попал? Да? Конечно. Сработаемся. Ну? Чего ты здесь делаешь? Странный вопрос. Работаешь? Я тоже здесь работаю. Давно? С сегодняшнего дня. Какое интересное совпадение. Может, ты меня преследуешь? Заморачиваться. Разрешите.
невестой помирился? Нет. А что так? Нет у меня больше невесты. Ой, как зря. Она же тебе так подходит. Ну, ты же сам говорил. Вот именно. Просто в какой-то момент в моей жизни появился вирус. А может, просто Всевышний решил тебе программу поменять? Слушай, вот все в порядке у меня было с моей программой, пока не появилась ты. Дурак. Вот так. Ну, как тебе? Что именно? Вот это. Журналы, девушки, фотографии. Первое. Второе. Определенно, да. Зада. Давай. Миш, а у тебя жена-то есть? Не. Не сложилось. За это. Окей. Что, ушла к другому, да? Неужели ты ушел? Да не. Я просто в какой-то момент я понял, что вот она реально не воспринимает меня таким, какой я есть. Вот на самом деле. Что ты лепит там из меня вместе со своей мамой? Да и скучно. Скучно. Особенно в сравнении с... Так, чую я нутром. Повстречалась тебе не скучная барышня? Да. В смысле, нет. Вот честно, вот что угодно. Никаких отношений с ней у меня быть не может. Так, поверь опытному в этих делах человеку. Ты влюбился. Боже упаси, вот честно. Давай. Миш, ты что, обалдел? Какого черта без предупреждения? В смысле без предупреждения? Я тебе заплатил за 3 месяца вперед, между прочим. Чего ты вваливаешься? Я тебе звонил. Ты же мне зоны доступа был. И что? Из-за этого ты можешь спать в моей кровати, да? Это такие обстоятельства. Я развожусь с женой, потому что полюбил другую девушку. А это другая типа без жилплощади, да? Женщин, между прочим, не из-за жилплощади любят. О, женщин вообще любить нельзя. Угу. Я твои вещи уже собрала. Короче, старик, мы здесь, и нам больше негде. Деньги я тебе верну, но только за 2 месяца. Спасибо. Спокойной ночи. Слушай, может, ты меня в блондинку покрасишь? О, нет. Я на это с трудом согласилась. Так что лучше скажи, какой. Блеск поярче или... Вот этот. Привет. Привет создателям красивых лиц. Значит так, нужна помощь срочно. А что нам за это будет? А вот с этим вопросом к моему начальнику. Он у нас бездомным оказался. Никто квартиру не сдает, не знаете? А он хоть симпатичный ваш начальник? Если да, могу у себя его приютить. Так, Рома, знаешь что, вообще некорректно входить в наше пространство. У нас, между прочим, творческий процесс. Мы все услышали, все, давай. Что, ты без губ красивая, свободна. Че, Миша опять бездомный? Все, я пошла делать чай. И не смотри на меня так. Да. Алло, Миш, привет. Это... Да, Катя. Здравствуй, Катя. Я слышала, что ты ищешь квартиру. Тут дело такое. Завтра уезжаю в командировку на несколько дней. Так что пока ищешь жилье, можешь пожить у меня. Не-не-не-не-не. Вот еще раз огромное спасибо из твоих рук. Вот реально ничего. Нет, так нет. Все, прекрасной поездки тебе. Миша, я тебя не понимаю.
Такая красивая девушка приглашает тебя к себе, а ты нет, нет. Ну, он же сказал, что квартира с девушкой ему не нужна. Да, вот я лучше здесь останусь ночевать, вон на стульях. Да. Да, на стульях лучше. Алло. Привет. Привет. Слушай, я... Мое предложение еще в силе. Как раз собираюсь уходить. Что? А знаешь, я согласен. Только вещи я оставлю и все. Хорошо? Хорошо. Так мне зайти за тобой? Да. Слушай, не надо. Давай минут через 15. У меня еще куча работы здесь. В холле внизу. Да, хорошо. Тогда через 15 минут в холле внизу. Давай. 5 минут. И все. Еще 5 минут, и все. Проходи. Располагайся. Чувствуй себя, как у себя дома. Сейчас ужинать будем. Ой. Подожди, мы же не договаривались. Я просто вещи оставлю, и все. Столько ерунду мне не говори. Ты мне помог, когда у меня были трудности? Помог. Я хочу расплатиться тем же. К тому же, когда есть где спать, намного проще квартиру отыскать. Мне тоже в рифму отвечать? О, смотри, у тебя уже началась перезагрузка. Не перезагрузка. Сбой программы. Продолжительность жизни деревьев. Драконовое дерево 6000 лет. Баобаб 5000. О, слева 50. Фу ты, недоросль. Миш, ты спишь? Нет, конечно, не сплю. А чего не спишь? Думаю. О чем? О том, что я тебя совсем не знаю. А что тебе мешает меня узнать? Ничего. Рассказывай. Что тебе такое рассказать-то? Знаешь, самое интересное, что есть, ты рассказывай. Например, моя бабушка служила в детском театре. Бабушка актриса? Да. Представляешь? Она все время меня туда с собой таскала. Я знала весь репертуар наизусть. Но самым главным развлечением для меня было во время этих самых спектаклей забираться на крышу театральной сцены и гулять там по балке, которая держит занавес. Без страховки. Прикинь? Чокнутая. Ну да, сумасшедшая. И это, кстати, очень долго продолжалось. Пока в один прекрасный момент один из артистов не застукивал меня во время этого чудного развлечения. Представляешь? Идет спектакль. Артист смотрит наверх и замирает. И его примеру последовали все те, кто был на сцене. И наступила такая зловещая тишина. Я жутко испугалась. Просто я не понимала, что мне делать. Идти дальше, возвращаться обратно. Или падать. Но в какой-то момент я подумала... Если я останусь невредима, то всю свою оставшуюся жизнь я буду очень счастлива. У меня все будет хорошо.
Здрасте. Катя! А... Кать! Ее нету, она будет, но в другой день. Как в другой день? Мне не подходит другой день. Я должна быть сногсшибательной сегодня. Простите, я ничем вам помочь не могу. А вы, собственно, кто? Получается, что никто. Угу. Никто? В отсутствии хозяйки в квартире не живет. Значит, я коллега. Очень приятно. Зоя соседка. Миша. Миша. Вы знаете, Миш, я в мужские руки гораздо больше верю. Сделайте мне, пожалуйста, макияж вечерний. Просто я вот не визажист. Я по компьютерам. А, так это еще интереснее. Знаете, у меня такие проблемы с компьютером. Он ужасно барахлит. Вы зайдите посмотреть. Просто я вот на работу опаздывала. Давайте в другой раз. Хорошо. Давай, скорее! Ножками, ножками, мы опаздываем. Сколько вас можно ждать? Ну, он мне даже говорит, я про тебя ничего не знаю. Я думаю, рассказываю, распинаюсь, а он спит. Ну, а ты что хотела, чтобы он накинулся на тебя, как тигр? Конечно, я этого не хотела, просто я подумала, что... Чего грустим, красавицы? Нас ждут великие дела, для этого нам нужно хорошее настроение. Да вот, Катька недовольна своим жильцом. Да? Кто ж такую девушку обидел? Давайте лучше о творческих планах поговорим. А давайте я вам лучше анекдот расскажу. Хирург рассматривает рентгеновские снимки и говорит: так, руки поломаны, трещина в берцовой кости, позвоночник тоже сломан. Ну ничего, ничего, все исправим. В фотошопе. Так. Вы с ума сошли, ну что за люди? Света! Я надеюсь, красит меня сегодня будешь ты? Я в эту сторону тебе сказал. Я не знаю, мы с Катей еще это не обсуждали. Это не вопрос. Это условие. 10 человек. Я не хочу, чтобы ко мне притрагивались всякие выскочки. Слышь, я тебе говорю прямо и вверх. Помнишь, что я тебе говорила? Не вздумай. Но это как получится. Аглаечка, да. А ты не в курсе, Виктор Леонидович к нам сегодня собирался? Ну, как же не в курсе? Конечно, в курсе. Собирался приехать вечером с шампанским и деловыми партнерами. Отлично. Скорее на грим, быстро. Тиша, тише. Буквально 5 минут. Вверх получу и на меня направь. Так, ну все. Грим мы закончили, иди переодевайся, через 5 минут прическу распустим, ладно? Я сейчас буду фотографировать. Зачем? Надо, надо. Такой кадр получится, закачаешься. Только сделай полшага влево. Сюда? По себе влево. А. Вот так. Ну, я, конечно, когда-то хотела стать моделью. Давно это было. Но надо ставить перед собой реальные цели. Какая из меня модель? Непонятно. Подбородок опусти. И чуть-чуть улыбнись. Вот так. Вот. Кто там стучится в поздний час? Конечно, я Финлей. Иди домой, все спят у нас. Не все, сказал Финлей. Кати нет. А когда она будет? В понедельник. В понедельник. Понедельник. А вот это что сейчас было? Это был Роберт Бёрнс юношем. Я понял, вы, наверное, Катина бабушка, да? Актриса. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы очень сообразительный молодой человек. Меня зовут Искра. Как?
Искра. Так назвали меня родители. Можно, конечно, и по имени-отчеству, Искра Ивановна. Но мне кажется, это нелепость. Да нет, почему? Нормально. Ну, а вас как величать? Михаилом. Миша. Михаил. Мишель. Мишель, я хотела вас попросить. Кати нет. Так, может быть, вы меня проводите в больницу? А когда? Сейчас. У меня назначено плановое обследование. Я... Ну, чего-нибудь придумаю, я отпрошусь. В нашем городе несколько театров. Но мой ТЮЗ самый замечательный. Ой, кого я там только не переиграла. И Зайца, и Чернильницу. Да-да, Чернильницу. И Багиру, и даже Мальчиша-Плохиша. Чего смешного? Да нет, ничего, простите. Просто я подумал, вот как раз Катина бабушка и должна сыграть Плохиша. Ну что, достала вас Катюшка? Да нет. Нормально все. Вот скажите, пожалуйста, а почему вот и вы, и Катя называете меня Мишелем? И Катя? Да. Не забыла, значит, девочка. Понимаешь, в молодости мне очень нравился фильм «Девушки из Рошфора». И там главную роль играл артист такой Мишель Пиколи. Ох, как он мне нравился. Я даже мужа выбрала похожего на него. Я вот сейчас вдруг понял, что я о Кате ничего не знаю. Ой, Катины родители погибли в автокатастрофе. Девочке было 3 года. Ну и с тех пор мы с ней вместе. Она выросла за кулисами. Выучилась на гримера, и вот вдруг захотела стать знаменитостью. Все хотят стать знаменитыми. А ты запомни. Катюшка всегда все делает правильно. Да. Да. Здрасте. Вы проходите в кабинет. Пойдемте. Вы здесь, подождите. Идемте со мной. А вы кем Искре Ивановне приходитесь? Я? Ее всегда внучка на обследование привозила. Ну, я, в принципе, от внучки. Жених? Ну, примерно. Понятно. Чего у вас примерно? Я предлагаю выйти за спецвыпуск нашего юбилейного журнала. Давайте, ура! Прошу, прошу, гасяйте, съешьте. Что-то я... Поухожу за нашим гостем. Катюша. А вы чем-то расстроены, да? Нет. Нет? Нет, нет, просто немного устала. Ну да. Я тебя поддержу. Ну, в спецвыпуске это всегда сдача крови. Я так не думаю. Мне на самом деле очень интересно у вас работать. Да. А мне приятно это слышать. Кстати, редакторский совет утвердил новое название для наших спецвыпусков. Да? Да. Ваша идея «Модный каприз» была принята единогласно. Здорово. Здорово. Так, может, отметим это, так сказать, в общем, как-то, а? Видите меня? О. Да, Николай Григорьевич очень хочет продолжить беседу. Тем более, ты обещал сюрприз. Правда? Угу. А, да. Екатерина, мы, в общем, продолжим. Ну, что ж, пойдем сюрпризить. Понимаю, что такое, в конце концов. Друзья, минуточку внимания. Сейчас всех приглашаю на веранду. Потому что там нас ожидает сюрприз. Прошу вас, посидите с моими малышами. Я вот, честно, я никогда не пробовала. Знаете, а там нечего пробовать. Тем более они у меня такие ангелочки. Вот. Вы знаете, Катя с ними всегда сидит, когда мои репетиции совпадают с дежурством мужа. Вы вообще понимаете, что такое театр? Ну, так. Ну, вот смотрите, если я не приеду, меня просто заменят. И я, возможно, не сыграю главную роль в своей жизни. Понимаете? Да, нет. А Катя бы поняла. Ну,
Ну, пожалуйста. Ну, я вас умоляю. Ну, ну прошу вас. Хорошо. Правда, да? Спасибо, спасибо, спасибо. Все, зайчики, мама пошла? Мама пошла? Все, дядю не убиваем. Прошу, ко мне сюда ближе, дорогая. Итак, давайте. А у меня хороший брокер есть. Может, помочь Мишане найти новую квартиру? Ну или пусть у тебя остается. Думай. Ну что, ночь была бурная, босс? Да, еще какая. Представляешь, такие тихие детки за 3 часа разнесли Катину квартиру просто пух и прах. Убирался до утра. А что, у нашей визажистки дети есть? Нет, конечно. Соседские. Просто мамочка их оставила, ей на репетицию надо было, а Катя ей всегда помогает. О, за последние 22 секунды ты 3 раза повторил имя Катя. Что бы это значило? Мы тут с Барсиком решили поужинать, но вдруг поняли, что еды для нас двоих слишком много. И вот решили пригласить вас. А как вы относитесь к утиному паштету, салату из авокадо и миндальному торту? В целом нормально отношусь, но сейчас точно нет. А если подумать? Так, если подумать, то у меня работы много. А если хорошенько подумать? Тем более вы обещали мне компьютер посмотреть. Я посмотрю компьютер, но в другой раз. Барсик! Так, что, Барсик? Под стол забрался. Где он? Барсик, иди сюда. Он сам оттуда не вылезет. Нет? Он нежный и гордый. О, так. Я шваброй делал. Барсик, а шваброй? А чем? Не знаю. Давайте попробуем как-нибудь там. Ну, руками. Просто, ну, все в шерсти будет. Сейчас, ладно. Барсюш, ты где? Иди сюда. Барсик, солнышко, выходи. Барсюш. Слушай, он царапается. Давай, может быть, у тебя получше получится. Да? Иди сюда, мой хороший. Иди сюда. Вот, вот так. Хорошо, хорошо, хорошо. Медленнее, медленнее, медленнее. Давай по-другому попробуем. Давай. Здрасте. Привет, Катюха. Я вам не помешала, нет? Мы Барсика ловили. Угу. Я заметила. Барсик. Пойдем домой. Угу. Михаил, наше предложение остается в силе. Подожди, 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 нет, 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 я тут нашла тебе брокер, очень быстро найдет квартиру. Не-не-не, я сама. Свет, ну вот ты опять весь дом вынесла, зачем? Все равно же половину не используешь. Зато всегда все есть. Катюш, мне нужно с тобой поговорить. Я занята.
Я вижу, но выслушать ты мне можешь? Сейчас неподходящее время. Просто, видимо, подходящего времени у тебя нет. Ты трубку не берешь, на смс-ки не отвечаешь и в кафе от меня пересаживаешься. Мы вообще-то работаем. Я вижу, но это очень важно. Хорошо? У тебя есть 40 секунд. Хорошо. Искру Ивановну я в больницу отвел. Я знаю, спасибо. Вот. С Мариными детьми посидел, замечательно, роль ей дали. С таксой с пятого этажа гулял раза три, пока у ее хозяина давление не стабилизировалось. Диван кому-то помог перенести. Федору денег дал. В общем, я все эти дни был тобой. Хорошо. Теперь я сама буду собой, и тебя больше никто не будет обременять своими проблемами. Мне это понравилось. Я хочу быть тобой. В смысле, с тобой. Подожди. Помнится мне, что ты говорил, что я неорганизованная, несистемная, взбалмошная, легкомысленная. Я... У тебя такая программа просто сложная. Я не сразу в ней разобрался. Теперь, значит, разобрался, да? Катюш, ну подожди. Я понимаю, ты приехала такая уставшая. Я с этим котом. Вообще по-другому хотел тебя встретить. Ну как встретил, так и... А что, если сделать ей какой-нибудь сюрприз? Что-нибудь такое экстраординарное? Ну, например. Ну, что она любит? О чем мечтает? Любит беспорядок. Мечтает стать знаменитой. Да, не густо. Но будем думать. Привет, труженики компьютерных морей! Мишань? Mm. Как новая квартира? А, нормально, спасибо за брокера. А не за что, обращайтесь. Чего вы кислые такие, а? Чего вы кислые такие? Буду вас веселить. А ну. На, вот смотри. Ничего себе. Мишань, а иди-ка сюда. Mm. Кажется, у меня есть идея. Я-то думала, что я ему нравлюсь. Да я не сомневаюсь в этом. Да? Ну а чего он тогда Зою по полу ползал? Ну ты же сама говорила, кота ловили. Я должна ему верить? Конечно. Так это же я его обманывать научила про этого самого кота. Ой, Катенька. Мне кажется, что он тебя не обманывает. Глаза у него хорошие. И улыбка добрая. Да. Я тоже так думаю. Иногда. Иногда я так не думаю. Но ты не спеши делать выводы. Время. Оно все расставит по своим местам. Ну, головой своей думаете или нет? Да, нас уволят и все. Да, не нравится. Да. Миша, личная жизнь разрушается. А ну-ка, будь же ты человеком. Ладно, 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 ладно. Хорошо. Что конкретно предлагаете?
смотри, Вер, это вы? Это ты меня послушай! Его срочно надо изымать из продажи, срочно! Вы куда? Дайте пройти! Что? Что это? Что это значит? Это... Что это такое? Я перезвоню. Я бы хотел тоже узнать, что это означает. Так. Ярослава. А ну, позови ко мне ответственного за этот номер. Он уже в приемной. Так, иди сюда. Слушаю вас, Виктор Леонидович. Почему на обложке моего журнала вот это вот фотография? Фотография? Фотография! Я не знаю, но все же было сверстано, утверждено. Вы же сами подписали макет. На обложке была изображена Новикова Аглая. Вот-вот. Погоди, дальше. Ну, кто-то поздно вечером внес изменения из главного компьютера. Кто? Кто-то? Вероятнее всего, это наш новый начальник компьютерного отдела. Вот, Селин Михаил. У него только доступ и код. Он уже разыскивается. Я вот документы подготовил к увольнению. Разыскивается? Не надо этого делать, пожалуйста. Он не виноват, это я виновата. Да, виновата, Селин. Селин, это... Погодите, этот Селин. Это тот самый Селин, который ваш жених Селин. Ну, вы меня знакомили с ним в ресторане, да? В каком ресторане? Да, погоди. Ах, Селин. Слушаю, да, алло. Сколько? Как? А ты что? Это что, за несколько часов продаж? Ну так, да. Нет. Да, давай, да. Ну, надеюсь, теперь ты ее выгонишь? Что? Нет. Нет, наоборот. Наоборот, я предложу контракт на серию новых снимков в нашем следующем спецвыпуске «Модный каприз». Представляешь, оказывается, из коммерческой точки зрения, это самая успешная наша обложка! Агланечка! Вот ты как! Зайчик, подожди, девочкам, а ну что ты... Девочкам, ну что ты нервничаешь? Ну ты же была там... Ах ты! Что ты стоишь? Иди! Катюш! Катюша, у меня вот... Катенька, у меня в голове вот здесь... Послушайте, Катенька, вам не жарко? Я в том смысле, что если, Кать, мы будем ждать пока сильно, так, может, мы обговорим условия нашего нового контракта? Нет. Мы с вами сейчас обсудим судьбу Михаила. Послушайте, он правда ни в чем не виноват. Ну, поссорились мы. И он решил сделать мне сюрприз. Я должен признаться, у него это получилось. Для всех. Да. Ярослава, зайди ко мне. Я прошу вас, Виктор Леонидович, да не увольняйте его, он прекрасный специалист. Да? Что там с нашим героем? Нашли его? Виктор Леонидович, дело в том, что Селин сегодня утром сам уволился. Извините. Привет. Хлебушка? Держи, я буду делиться с тобой. Держи. Молодец. Эй, а телефон-то тебе зачем? Эй, отдай телефон. Отдай телефон. Я тебя запомнил. Thank you.
большой город – это удивительное место, где за каждым поворотом тебя ждет удача. В один прекрасный момент ты понимаешь – вот она. Просто протяни руку и ухвати ее за хвост. Знаешь, все это не имеет никакого значения, когда появляется близкий человек. Неважно, что он ворчит из-за разбитой кружки, или потому что ты положил зубную щетку не туда, куда он привык. Потому что он... что он такой единственный. Самый лучший. Ну, спасибо. Теперь я его точно потеряла. Мишель! Почему ты не звонил? Я не мог. Я теперь тоже не могу. Я, между прочим, тебе говорила, что ворона ворует телефон, а ты мне не...